Так, ребят, у нас приготовился зайчик. Смотрите. Ой, красота. Как же это будет вкусно. Вот. Ну что, вот они, бескрайние снежные поля, на которых мы сейчас попробуем отыскать зайца. Вот. Ходить удобно, снега не так много. Охочусь сегодня опять. Вот опять патроны единичка. Вот. СКМ-овская. Ну ладно, найду след, покажу. Пытаемся сегодня его добыть. Одни лисы. Одни лисы, зайчьих следов не видать. Еще поземка идет. Вот. Сейчас возле избушки там был след. Попробуем его осмотреть. Потому что он не выходил в открытую местность. Потому что на открытой местности заметают все моментально. Вот. Ладно. Увидимся дальше. Вот, ребят, нашел свежий след ушастого. Попробуем по нему прогуляться. Вот, пацаны, а здесь... Ну, в поле, ладно, Юрийка, лежал зайка. Вот она. Как тебе? Вот его Лёшка. Потом поднялся. Охренеть, на стакан, да такого не бывало. Я выскочил, сколько? Метров 15 я бил. На камере... Не будет ничего заснято, потому что крепление для головы на голову я забыл. Вот. Сбил я его два раза. Первый заяц в этом сезоне. Я очень долго шел к этому. Вот. Беличок. Сейчас я вам покажу. Хорошенький. Прости, друг. Ну а ты дичь, а я охотник. Ты убегал, а я добывал. Ну вот, ребят, очень долго он меня мучил, делал с двойки, плутал, но все-таки я его добыл. Вот, сам момент, конечно, не удалось заснять, обидно. Он выскочил очень близко. Красавец, беличок. Сегодня у нас на ужин будет заяц. Либо завтра на обед тушеный с картошкой, я думаю, затушим.
Ну вот, как-то так, ребят. Охотился я сегодня также с Браунингом авто 5. Вот. А, ничего. Хороший белячок. Белый. А. Прости, друг. Ладно. Будем заканчивать сегодняшний день. Завтра будет день еще охоты. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вот. Думаю, еще будет пару выездов на зайца. Может, меньше. Также мы сходим на выставку охоты рыболовства на Руси, на ВДНХ. И будем ждать весеннего сезона на гуся. Думаю, он будет очень захватывающий, интересный. Вот. Ладно, всем удачи, подписываемся. Всем пока.